Конкурс «Мое 1 сентября» завершен. В течение августа зрители телеканала «Самара Гидс» присылали нам в редакцию фотографии и рассказы о своем самом первом дне знаний. Итоги конкурса подведем 1 сентября в 14:00 в семейном парке развлечений в ТРК «Гудок». Наша съемочная группа наградит победителей и расскажет о них в эфире. Все подробности ищите на официальных интернет-ресурсах. А тем временем ведущие журналисты телеканала присоединились к акции «Мое 1 сентября» и показали свои детские фотографии. Ролик уже можно увидеть в эфире. Чему нас учит школа? Решать порой непростые задачи, стремиться быть лучшими, отвечать за свои слова и поступки. В школе мы заводим первых друзей, первый раз влюбляемся и строим планы. 10 лет в школе – это часть нашей жизни, это первая ступень во взрослый мир. Это тот самый фундамент, который мы закладываем старательно и все вместе. Чему мы научились за 10 лет? Быть первыми и оперативными, объективно освещать события и делиться самыми добрыми новостями. Мы мобильны и интерактивны, мы доступны и понятны каждому. Мы растем и развиваемся. Это наша школа, это наши первые 10 лет. С праздником!